Glint. Reflection. Package on a tombstone. Careful. Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Sniper 3. У нас миссия остаток дня. Ну, будет продолжение. Вошли шлем. Классно. Новые технологии. Чудо техники. Ну давай. Армази. Беги оттуда. Ну, сам, конечно, буду бежать. Так, это послание, иначе я был бы уже мертв. Призрак существует, и он на шаг впереди нас. Конечно. Так, а сейчас мы сваливать будем. Где ты, братишка? Здесь я. Туточки, я туточки. Вон он сверкает из пещеры. Да? Да только он ли это? Сейчас дойдешь, а там никого. Вот так вот. Лошара. Я тебя вижу. Стреляй в бутылку. Сдаешься? Не сегодня. Вычислил. А сейчас сзади уже подойдет. Пока ты так вблизи его рассматриваешь. Это волк. Зубами щелк. Порвал лицо, наверное. Что там? John, John, are you okay? I'm fine. Walked straight into a trap, but I'm fine. You need to get out. The separatists are coming. I'm on my way. Давай, беги. Шевели батонами. Операция. Остаток дня. Вот такой вот остаток. Который не остаток вовсе. Что мы получили? Меткость в голову. Максимальная дальность. Врагов. Тревоги. Нет, мне интересно. Что у нас? По навыкам? По навыкам еще рано прокачиваться. Хотя... Вот это лечебные предметы могут заполнять шкалу. Теперь можно от взрывов вот можно. А мы прокачаем. Все. Миссия выполнена. Домой. Итак, мы дома. Берем миссию. Что за миссия? Семья Аваса. Давай. Авас. Как у Аркадия Райкина. А тебя как зовут? А вас? Так, где тут выход? Пойдем, наведаемся в гости. К Авасу. Ну, поди, вот здесь вот. Надо мной живет. А нет, чуть подальше. Вот, кстати, можно по дороге забрать человечка. Так, у меня надо мной кто-то живет еще. А кто только живет? Сейчас посмотрим. Кто живет и как до него добраться. Так. А вот вышечка. Так. А вот. Собственно, где-то вот. По красному флажку мы и заберемся. Узнаем. С соседями познакомимся хоть. А то живут они там себе. Бед не знают. О, спасти пленных. Ладно. Спасем. Это мы завсегда. Нам это
нетрудно. Так. Вот он, флажок. Значит, они все-таки что-то обозначают. Входы, выходы. Давай. Что у нас здесь? Так. Ну я же тоже не барашек, чтоб на убой сразу за копа и прийти. Ой. Два. Да два. Четыре. Стой. Четыре раза. Да, остальные пленные. Так. Что у меня из амуниции? Ой, не взял. Ну ладно. Плохо, конечно. Так. Тут у нас что? Тут у нас что-то да есть. Ну, кстати, с вышки сейчас отстрелим двоих. А будет бонусом нам. Как раз к снайперству. Хоть мне уже и не особо-то надо все это дело, но пожалуйста. Так, я не понял. А я где смотрел-то? Так, ну-ка, хорош меня дурить. Что-то я не понял. Что, дом не тот? Да вроде тот. Так, что-то я не совсем догоняю. Так. Так, ладно. Дом тот. А, о. Сколько? Сотня. Блин, блинский. Упал. Ладно, поднимемся. Попробуем еще. Первый есть снайпер. Вот так. А так. Вот тебе и атак. В глаз. Черепную коробку немножко подправили ему. Все. Спускаемся. Ой, блин, у меня же хотел еще думал, у меня автомат с барабаном. Не с рожком, а с барабаном. А у меня тут. Ну, вроде как все. Don't shoot. Давайте, вы свободны. Бегите. Ой. С таким. Так. Давай, обыщи. Вы давайте валите отсюда, гражданские. Нужны вы мне тут. Спасено гражданских. Так, что мне за них, правда, дадут, я не знаю. Так, этого я же обыскивал. Ладно, раз высветился, я что, еще раз обыщем. Вообще ничего здесь нет. Кошелечка какого-нибудь. Эх вы, бомжары. Хотите
чужими руками жар загребать. Да не бывает такого вот. Попытались. И к чему это привело? Давай. Сейчас. Оп. И оп. Забрали. Повисни. Вот все. Адьос, амигос. Я сваливаю. Так. А я что там не взял? Взрывной что-то, да и хрен на нее. Так. Что у нас здесь? Вы входите. Хорошо. Вошел. Тут убийца, убийство, смерть. Так, это мы взяли. Где-то еще. Все. Больше здесь брать-то нечего. Так. А, мне еще сюда не надо. У меня миссия-то там. Добраться до развалин в горах. И оттуда уже вести свою подрывную деятельность. Осторожней. Раз. Ой. Все-таки никакой осторожности, да? А интересно, поднимется, не поднимется? Жизнь-то. Давай. Поднимайся. Ладно. Не очень-то и хотелось. Так. Поехали. Это уберем. Вот, чтоб скучно не было. Музыку ихнюю. Аравайскую. Аравай-вай. Вай-вай-вай-вай. Пусть играют. Так. Еще и вверх на полкилометра влезть. Да. Когда что тут интересно? Что? Точка перехода? Что? Вот так. Конечно. Тварь. Я тебя падлу. Что? Ну, собака страшная. Все? Успокоилась? Вякаешь ты тут еще. А ведь был шанс свалить. Был. Чё не ушел, дурачок? Другой бы на твоем месте спасибо сказал, да сваливал бы по-быстрому. Нет. Стоите. А я с вас пока... Так, это не ты. Пока с вас субстанции понаберу себе на лекарство. Наделаю с вас конфеток. Долгими зимними ночами буду их хрумкать, вас вспоминать. Так, это что-то интересное. Найдены следы. Что они мне приведут куда-то меня? О. Бандиты были. Вот так вот. Да стой. Мимо не проехал, денежку заработал. Вот так. Благие дела
поощряются. Семья Аваса. Аваса. Добраться до развалин в горах. Господи, вот это горы. Сверху плюнул, даже если на макушку попал, можно не прятаться. Хрен найдет, хрен доберется. Куда уж круче-то. О, это мы удачно забрели. Так, давай, давай, давай. Наяривай. Движок пятицилиндровый. Тяни меня в горочку. А это за имением, за неимением лошадей. Вот закат, что ли, или рассвет такой окрасил горы красиво. Аж жуть. Так, машину оставляем, пешком добираемся. Где справедливость, я вас спрашиваю. Так, это что, натянутое? Да. О, наверху тоже что-то есть. Семья Аваса. Крутое, но трудности меня не пугают. Давай. Когда меня трудности-то пугали? Главное, чтобы интересно было. Сейчас посмотрим вообще, куда мы хоть идем. Мне охота быть барашкой на убой. Так. Экстремальное перемещение. А! Вот вспомнил. Да. Нам здесь надо будет разговоры подслушивать. Так, я хоть правильно сделал? Ну, вроде бы да. Не мог гарантировать. Ой. Так. Good. Yeah. All the better to focus on Amazi. I don't get why you let me live. Давай. Perfect shot. Ползи. Maybe he just made a mistake. People do make them. The tall one wouldn't bend. The short one wouldn't stretch. Есть, так, поговорки. Прибаутки. Maybe he has some answers about the Mazi. Давай. Ползи вверх. Так. Был какой-то еще подъем? Или не было? Так. Мне туда, туда. Вот тут вроде как тоже подняться можно. Ну-ка. Спать. Так, можно, можно тут подняться, а там что у меня? Или только тут подняться? Так, ладно. Пробуем оба варианта. Вот это, мне кажется, быстрее, если тут есть где. Так, вы входите в развалины. Нет, здесь нету. Так что здесь один только вход. Один вход, один выход. 1000 солдат и один пленник. Вот так, как кунг-фу панда. Так. Бежим, прыжок.
Ой-ой-ой. Вот так. Прыж. Фух ты. Я уж думал, все. Не допрыгнет. Давай, культурист. Почему вот у тебя руки не скользят, не мерзнут? Ты бы мне объяснил феномен сия. Так. Господи, кто так встречу-то назначает на такой верхотуре? Совести нет у людей. Ну так. Давай. Так, смотри, не попадись там в тревогу, иначе не удастся. Хорошо. Так. Тела есть. Ой. Но мне сначала их убивать-то не надо, я так думаю. Чего мне сразу зверствовать-то? Так, не дать поднять тревогу, найти место встречи. Подслушать разговор. Подслушать разговор, это надо вплотную подходить. He's in our deck, most wanted. Понятненько. Так, а мне же с ним воевать здесь надо будет. Успею? Куда ты меня приведешь? Ой. Ну давай. А мы следом. Ты же не против? Допросики. Да здравствует, допросики. Я ничего не знаю. Ну и вот все. Давай, что ты мне в церкви, а не в церкви. То, что они в церкви, я и так знаю. Видел. Так, куда бы мне тебя... Вот сюда вот. Чтоб подальше-то. Я думаю, ты там хоть один был. Сейчас я вас по-быстрому отсюда вынесу. Поднять тело. Избавиться от тела. Давай, второе. Поднять тело. Так, а мне же его обшмонать сначала надо. Ну и не очень-то и хотелось. Кусок говна ушел. Чего у меня тут?
Давай, очки. А. Ой. Так. А это у нас повредить можно. Понятно. Но это потом. Так, что у меня тут? Шприц. Шприц, шприц, шприц. А где шприц? Я не вижу. Где моя ударная доза? Вот она. Ну что ж. Вот так. Теперь есть свободное место. Подслушать. Так, надо вот этого выманить. Как-нибудь забрать его. Сейчас мы его тогда с винтовочки без палева и утащим. Ну давай. Что случилось? Полтинник. Есть полтинник? Нет, сразу сотня. Так. Обыщем. Поднимем. И утащим. Все. Теперь нам никто не помешает. Могу спокойно его. Ох, как охота вертолет взорвать. Но потом. Сейчас надо, не нарушая миссию, подслушать. Так, я кровожадный. Я беспощадный. Вот так. Ага. Так. Я хоть правильно иду. Давай. Так. Да вроде как правильно. Так, а куда мы? Ой-ой, как все замудрено-то тут. Какой долгий маршрут у меня. Лучше бы в кустах бы посидел. Ну ладно. Все выбрано уже. Давай закончим наши дела. Отвечай, пока я не позвал Армази. Так, потом вот туда в кусты надо будет нырять. И, ну, гранаты хоть есть. Так. Допросить. Допросим. Какие проблемы? Тебя допросить надо.
Tell me what you know. Давай. He and these 23 society goons just took the gear from Vasilis and left. Давай. Все мне скажи, все. Василис, где же ты? Он жив. Да, да. А жить хочешь? Покинуть зону операции. Хорошо, покинуть, так покинуть. Так. Только мне сначала надо все забрать. А то я пришел. Так, где тут пилюли? Пилюли. Места нет. Так. А вот то, что я и хотел сделать. Ну, взорвался ты или нет? Блин. Может, я что не так понял? На. А, вон пост зачищен. Так, разыскиваются. Обыскать тело. Так, что, надо еще там мощного, что ли? А, в тебя надо разрывной, наверное, пулей. Ну ладно, хрен на тебя. Покинуть зону операции. Да без проблем. Сам хотел предложить. Все, все. Так, через трупаков идти, что ли? Нет. Ой, 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 ой. Так, понятненько. Понятненько. Мне все стало ясненько. Все стало понятненько. Что тут непонятного? Сваливаем отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Пятки сало мажем и бежим. Ой. Можно было еще быстрее, да? Вот на этой штуке сюда. Проехаться. Да ладно, миссия-то выполнена. Все, домой за пополнением припасов. Увидимся на следующей миссии. Пока.